что пес мой пока еще мал. Ну что же, зато он и смел, и удал. Любую команду, какую ни дай, послушно и точно исполнит Акбай. Не зря же упрямо и в зной, и в мороз военному делу учился мой пес. Он может и ползать, и смирно лежать, и рост перепрыгнуть, и голос подать. Ты ранен, тебе он доставит воды, он может солдата спасти от беды. А нужно, он важный пакет отнесет, недаром с портфеля выходил он весь год. Пусть будет скорее Акбай мой большим, служить на границу уедем мы с ним. Хотя и сегодня Акбай мой готов бесстрашную страну защищать от врагов.